Да 25 жніўня ўсе навучальныя установы краіны павінны атрымаць сертыфікаты гатоўнасці, расказаў міністр адукацыі Беларусі Андрэй Іванец. Падрыхтаваная сістэма да 1 верасня знаходзіцца на кантролі прэзідэнта Александра Лукашэнкі, пад кіраўніцтвам якога на мінулым тыдні прайшла нарада. У яе рамках узнімаўся шэраг праблемных момантаў, на вырашэнне якіх быў адведзены тэрмін. У гэтыя дні ў рэгіёнах прадаўжаюцца маніторынгі, прызваныя ўстанавіць выкананне даручэнняў. Сотрудниками органов прокуратуры Гродненской области посещено более 100 школ. К сожалению, примерно в половине из них выявлены отдельные нарушения и недостатки. Некоторые из них устраняются в ходе прокурорских проверок. Отдельные вопросы взяты на контроль. Наиболее часто выявляемое нарушение – это ненадлежащее состояние территорий, прилегающих к школам, ненадлежащее состояние спортивного, игрового оборудования – нарушения повреждений в ограждении школ, есть факты неисправности осветительных приборов, ну и есть объекты, где не завершены работы. Еще раз повторюсь, держим на контроле эти вопросы, проверочные мероприятия продолжаются. На сегодняшний день в Гродненском регионе подписано 96% сертификатов по готовности учреждения образования к новому учебному году. 9 учреждений такой сертификат не получили. К сожалению, после проведенных контрольных мероприятий Комитетом государственного контроля таких школ оказалось много. Вопросы есть, и они очень серьезные. Это вопросы по фасадам, по течи крыши, не хватает мебели, она сломана, не отремонтирована. Есть вопросы по санитарным узлам, есть вопросы по дверным ручкам. К сожалению, есть вопросы по мягкому инвентарю, химчистка которого не проведена или он не закуплен вообще. До сих пор заканчиваются ремонтные работы как внутри учреждения образования, так и внешне. Это и спортивные площадки, это и игровые площадки. Пошли в столовую. Проверки специалистов протягиваются. У склад группы уваходят представники разных ведомств, отказных за контроль подрыхтовки установ агульной и средней эдукации до 1 верасня. Гэтым разом такая працавала у Шушинском районе, где была наведана школа номер 1 райцентра и Астрынская средняя школа имя Алаизы Пашкевич. До мониторингу долучился Юрий Караев, помощник президента Беларуси и инспектор по Гродненской области. Специалисты оглядели классы, столовки, харчблоки, покои, где проводятся уроки працы, спортивные залы. Юрий Караев особисто протестировал турники для занятков физической культурой и спортом у городской школе, а у Астрынской – вуличную спортпляцовку. До слова, эта поездка у Астрынскую школу другая. Группа тут працевала уже у пятницу, а зараз мета визиту стала проверка выправленных за увах. Были выявлены определенные, скажем так, недочеты в подготовке школы. Это в частности состояние санитарных узлов, в частности состояние освещения в учебных кабинетах. На сегодняшний день эти все замечания устранены, поэтому посещение сегодняшней школы было обусловлено итогом мониторинга в пятницу. Сегодня тоже возник ряд вопросов по организации сна группы продленного дня, но это такие режимные моменты, которые мы спокойно можем устранить в течение двух суток порядка. В пятницу была внезапная проверка, было достаточно замечаний, но с пятницы, не зная, что мы перепроверим, они сделали огромный рывок, то есть тот, который можно было планово устранить, но вот хочу сказать, что в данном случае проверка прокуратуры и госконтролем сыграла такую двигательную, скажем так, роль, что наглядно то, что за ночь не сделаешь, все-таки собрались, устранили